Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на матч чемпионата России по хоккею среди женских команд сезона 2016-17 года. Хоккейный клуб «Артек Университет» город Кты принимает команду «СКИФ» Нижегородская область. Представляем составы играющих команд. Команда гостей «СКИФ» Нижегородская область. Валерия Тараканова, номер 1. Диана Фархутдинова, номер 30. Полина Болгарева, номер 7. Мария Белова, номер 8. Каролина Рантамяки, номер 11. Мария Печникова, номер 12. Капитан команды. Виктория Кулешова, номер 13. Франциска Кишимон, номер 14. Елена Силина, номер 15. Ландыш Фаляхова, номер 17. Мария Подрикова, номер 25. Елена Поварова, номер 26. Мария Надеждина, номер 29. Екатерина Лихачева, номер 33. Анастасия Смирнова, номер 77. Наталья Зименко, номер 28. Елизавета Роднова, номер 93. Главный тренер команды Сергей Иванович Иванов. Тренер команды Василий Викторович Смирнов. Врач Татьяна Юрьевна Фатыхова. Команда «Артек Университет», город Ухта. Алена Кропачева, номер 18. Анна Виноградова, номер 97. Ирина Кузнецова, номер 3. Лиана Канинова, номер 8, капитан команды. Карина Верховцева, номер 13. Таисия Коншина, номер 15. Фануза Кадирова, номер 17. Екатерина Скородумова, номер 19. Алина Орлова, номер 22. Алсу Рахимова, номер 28. Светлана Терентьева, номер 29. Лиса Исхакова, номер 45. Юлия Смирнова, номер 48. Александра Новожилова, номер 72. Александра Купца, номер 81. Александра Нерюева, номер 88. Оксана Акунина, номер 89. Мария Кузнецова, номер 92. Главный тренер команды Андрей Геннадьевич Анисимов. Старший тренер Павел Анатольевич Ширяев. Врачи команды Александр Александрович Селеда, Леонид Павлович Дуговский.
Команды приглашаются на лед. Матч чемпионата России по хоккею среди женских команд объявляется открытым. Звучит гимн Российской Федерации. Представляем судейскую году матча. Главный судья матча Дарья Абросимова. Линейный судья Янина Леонидовна Диана Мохова. Все судьи женской хоккейной лиги. Ворота команды «Свет» Нижегородской области защищает Валерия Тараканова, номер первый. Форма команды оранжевого цвета. Ворота команды «Арктик университет» защищает Алена Кропачева, номер 18. Форма команды «Зеленая». Thank you.
персональным штрафом наказана Ирина Кузнецова, номер 3, команда «Арктик Университет». Thank you.
Thank you.
За неправильную атаку соперника Малу штрафа наказана Карина Буховцева, команда номер 13, команда «Арт-университет». Команда «Университет» в полном составе. Последняя минута первого периода. Thank you.
Thank you.
принимает команду «Агитель», город Уфа. Начало встречи в 17:30. Thank you.
город Уфа. Начало встречи в 17:30. Thank you.
Команда «Артек Университет» взяла 30-секундный перерыв. Thank you.
наказана Карина Куховцева, номер 13, команда «Артек Университет». Thank you.
Thank you.
За поединок с малым штрафом наказана Полина Волгарева, номер 7, команда «Скиф». Майя Кузнецова, номер 92, команда «Артик Университет». Последние 2 минуты третьего периода. Команда «Скиф» полностью.